Возвращаем сейчас этого сагрим чувака. Смотрите. Ну, зомбика сагрим сейчас. И тут сейчас будет маленький такой хитренький нюансик. А, подождите, я должен его в руки взять. О, блядь, а. Сейчас он на меня нападет, насколько я помню. Сейчас. А, я его еще и к тому же был. Вот, блядь, что, я его выложил, что ли, блядь? Да черт тебя подери, тупой урод. Что я за человек такой, а? Ладно. Я давно, мужики, не играл в нее. Я вот по памяти играю. Не перед, кажется, перед записью не мусолил игру, потому что, ну, я ее, в принципе, знаю наизусть, блядь. Ну, без мелочи не знаю. Я ее сколько раз как бы спидранил, проходил без урона и так далее. Так, давайте. Отдай мой меч, урод. Отдай мой меч. Где мой меч? Где мой меч? Вот он, этот меч он ищет. Вот этот меч он ищет. Кстати, может быть, стоит сменить... А, нет, давайте мы его так. Просто попробуем так убить. Даже если даже он нас убьет, никаких проблем. Ничего страшного. Ну, он, кажется, нападет сейчас на нас. Он увидит у нас меч и попытается его отобрать. В принципе. Я точно не помню. Ну, мне кажется, он не слабый чувак. Серьезный, блядь. Серьезный. Давай. Ты будешь, блядь, нападать, черт, блядь. Вот, сука, а. Паршивка. Но еще что я хочу сказать вам. Он как придурок тоже на это агрится, на эту хрень-то. Давай попробуем. Может, просто его надо с собой носить? Вот. Можете отдать, можете не отдавать. Если не отдаете, нападет. Нападет? Как это? Нет. А я нет, не нажал. О. Как? Подождите, а что он отвечает? Вроде же должен напасть. Отдать? А, ну да. Отдать предмет... Подождите. Отлично, такой выбор сделан. Теперь я сделаю свой. Вот. А! Это же, блядь, нечестно, нахуй! Как он умудрился это сделать, блядь? Ну просто пиздец, блядь! Я даже пукнуть не успел, он меня уже ванжет, но это, блядь, бэкстер взял, вот это первый раз такая хуйня со мной. Подонок, блядь, сейчас тебя убью. Ну вот мы уже умерли, имейте в виду. И он плюс сразу нападает, но тут можно схитрить. Ай, блядь! Так, подождите, мне надо подлечиться, блядь. Сука, блядь! Сука! Черт, блядь! Он еще дольше мои... Все поумирал я, блин. Блин, видите, какой серьезный чувак. Ладно, мы сейчас это, настроимся на победу. Он тут сразу агрится, сука, потому что я меч ему не отдал. Первый агрится. Давай, бежи сюда, сука, черт, блин. Сейчас мы тебя будем дрючить. Куда ты пошел, блин? Куда ты пошел, гад, блядь? Бросаем еще одну. Как это получилось-то? Да! Ты же охренел, что ли? Ну и все. Мы его грохнули, этого сучка, блядь. С третьей попытки. Да. Что? Я думал, что у него ништяк какой-то будет. Можно было отдать меч тогда. Нахрена я это сделал?
Короче, в следующий раз кто будет проходить, отдать ему под лицо этому меч. Нахрен он мне не нужен. Я на SL1 прохожу. Я думал, с него ништяк какой-то скопанется. Но когда вы его убиваете, мир затемняется. А нам надо бы убить. Вот, потому что быстрее мир затемним, и он тут появится как темный фантом. Это важно, ребят. Для нас это важно. Нам важно, чтобы мир затемнился. Видите, его больше нет, он пропал. Короче, квест мы выполнили в светлом мире. Блядь, заебал, ну быстро нажимать. Блядь, ну черт возьми, ну что это за херня? Короче, он меня два раза унизил. Ну ладно, я просто забыл, как с этим придурком драться. Значит, сразу сюда. Я вам покажу, что был же яркий мир, я в предыдущей серии показывал, да? Сейчас мир затемнится. Ну как бы и не сильно, но затемнится. В любом случае. Вот, смотрите, видите, мир стал нейтральным. То есть вам проще будет его затемнить. Пойти сделать вам это. Пойти вам это сделать. Вот смотрите, как это сделать. Ладно, давайте я в этом мире покажу. Вот, мы воскрешаемся. Идем сюда, смотрите, как это сделать. Опять идем. Прямо сюда можно идти. Раза 4, наверное, надо будет умереть, не меньше. Чтоб он появился в виде красного фантома. И с него тогда высыпется его катана. Я просто подзабыл. Просто умираем. Все равно душу просрал, какая разница. Умерли, да? Умерли. Теперь, я не знаю, надо ли тут нам появляться в Нексусе. Может быть, тут постоянно можно. Давайте все-таки будем в Нексус ходить. Я, честно говоря, вы это проверите сами, ребят. Воскрешаться будем в Нексусе. Блин, опять, ну что такое? Я быстро нажимаю, все быстрее, 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 быстрее. Сейчас мы тут в этой серии еще одного босса убьем, оружку плюс 5 сделаем и закончим серию. Потому что я тут и так, в тот раз я вам, в принципе, все там четко так сделал, но, видите, вам не показал. Но я объяснил, в принципе. Блин, просто надо следить за временем получше. Так, опять воскрешаемся, камешки есть. Блин, ну где это камешки, блин? Ну что так сегодня не везет? Так, подожди, как, блядь? Не понял я, а что, камешек нет, что ли? А куда камешки делись? Подождите, я что, слепой? Что, камешки выложил, что ли? Или я все применил, блядь? Подождите, я что-то туплю, блядь, я не понял. А, у меня один камешек с собой был, я их выложил. Блин, как же я туплю. Как же я туплю. Так, теперь маката нам не надо, убираем ее нахер. Где эти камешки мои? Она не в камешках, она вот здесь будет. Вот эти все заберем. Так, все, воскрешаемся. Даже мы не так сделаем, мы сейчас поставим, чтобы потом не морочить голову. Все. Вот, воскрешаемся. Вот смотрите, мы раз уже умерли, да? И мир, видите, темненький стал, уже темный. Заходим сюда. Опять воскресились, заходим сюда. Мне кажется, еще раз даже, может быть, хватит. Он появится уже в виде черного фантома. Все, нету пока, да? Вот мы сейчас сюда. Опять умираем от этого чувака. Давай, вот побегали, придурок. Можешь меня убить по-человечески. Нет, да? Все, убил. Они даже когда кувыркаются, вот эти зомбяки, они вам наносят урон. Они еще очень противные. А в оригинальной части они еще противнее. Ублюдки. Ублюдки одно слово. Смотрим, нету там его? Пока нету. Давайте в мире будем это делать. Я, честно говоря, не знаю, ребят, заморачивайтесь сами. Можно попробовать тут воскрешаться и умирать. Может, не обязательно возвращаться в мир, но мне кажется, надо вернуться. Вот, сейчас мы воскрешаемся. Опять. В других мирах я это делать не буду, чтобы это не тратить это время и камни. То есть я в этом покажу. Во всех мирах так же самое делайте и все. После выполнения квеста, если хотите увидеть моба. Вот он уже стоит, видите, все. Мы в мире побывали. Но он очень серьезный чувак. Я вам так скажу. Он очень серьезный чувак. Будем пробовать. Во-первых, мы сейчас вот это сделаем. Да. Будем пробовать. А
надо его сагрить сюда, блин, подлеца этого. Ай, блядь, он сагрился с тем чертом, блядь. Вот пошел черт, а мы его сюда должны сагрить еще. Блядь, и этот сагривается, но это плохо. Блядь, это плохо как бы. Мне надо он, а не тот. Тот зомбяк, он меня просто... Ага, все нормально. Очень серьезно, дядька. Очень опасно, дядька. Поэтому бегать советую вот так вот. И пока этот придурок будет драться с этой херней, мы его, естественно, будем дубасить. Видите, урона почти нет. Только вот этими способами. Вот сука. Видели, какой сильный? Даже не буду его убивать, ребят. Ну, как бы... Случайно мимо бил, блядь. Он меня просто, видите, одним ударом ошутит. Можно на парирование, конечно, но я думаю, что это не так-то просто сделать. Очень сложный. Сложный дядька, просто до безумия сложный. Очень сложный дядька. Вот бежит сразу, да? Давайте попробуем еще раз его вот сюда садить. Да, блядь! Какой он быстрый! Ну, короче, у него тоже будет, ребят, катана в руках. Давайте так. Я слабак. Если вас это устраивает, заморачивайтесь. Есть вариант его, конечно, убить магией. То бишь, теперь он всегда тут будет. Он нас поубивал. Просто надо магию поменять. Он всегда тут будет. Вы можете обкачаться с крутой магией, прийти и его трахнуть. Короче, пока можно его не убивать. Он всегда тут будет. Пока мир темный, он всегда тут будет. Давайте будем исходить из того, что может мы придем. Видите, какой черный мир. Может мы придем попозже сюда, его грохнем, да все. Так, теперь мы идем в другой мир, да? А нет, мы в этот мир идем, подождите-ка. В этот мир идем, ничего не меняем, тут идем. А, мы же в этот мир идем, зачем? Ну так, мир черный, нам уже плевать. Идем, убиваем босса последнего, грейдим пушку до плюс 5. Ну, против этого фантома она, как бы, видите, вообще нулевая. Магии против него надо. Значит, тут что нам надо? Тут нам надо, ребят, тут нам надо последний босс. Нам надо здесь сделать что? Ну, я пропущу заставку тут, как бы, летающие-то, дракончики летающие, короче. Тут просто вот так бежите, ребят, я вам так скажу, вот до этого знака. Применяете невидимость и бежим дальше. Ничего не поднимайте здесь, просто бежите дальше. Вот, вот, вот так вот бежите, бежите. Следите за выносливостью, чтобы она не кончилась. Так как у нас кольцо и невидимость, они на эти птички нас не будут атаковать. Так. Йопсель-мопсель. Вот тут мы, видите, меч. Крутейший меч. Мы его берем. Естественно, мы его вместо нашего меча ставим. Повелитель штормов. Естественно, опять применяем эту хрень. И бежим назад. Я покажу, как его легко убить и что надо делать. Даже при таком раскладе мы его легко убьем. Но она по нам будет стрелять, видите? Даже так по нам стреляет. Но нам надо, ребят, всего лишь вот сюда забежать. Все, теперь нам надо взять вот этот меч в две руки. Можно, кстати, Крис. Вот так вот. И вот так вот. Раз! Нам надо убивать вот этих козлов, которые тут летают. Раз. Вот за этой стеной стоим, нам просто надо убивать козлов. Двоих сразу грханули. Отлично. Промазали. Выносливость ждем, копим. Еще одна птичка. Еще. О! О, блядь! Вот, сука, ну край же стены! Как ты попала, проститутка? Ладно, у нас уже меч с собой, не страшно.
Мир затемнен, мужики, не переживайте, все четко будет. Сейчас сделаю. Я сказал в самом первом части, вам сказал, что я буду умирать, и вы будете умирать. Но не страшно умирать. Не страшно умирать. Тут можете умирать, никто вам не запрещает. Не советую драться с ними на открытой местности или SL1 с магией драться не стоит. Так как у нас не было ни душ, ни хрена, ничего страшного. Берем свои души, которых 12 тысяч. Берем меч. Даже попробуем сейчас в одну руку. Бля, я просто много набил, так хорошо. Ну-ка посмотрим. Что так? Разницы нет. Что такое? 166 урон. В двух руках сейчас пробуем. Промазал, бля. Просто не выходите из этой стены. Они не могут к вам попасть, если вы в стене находитесь. 166. Никакой разницы нет. А, кстати, подождите-ка. Сейчас, подождите. Мне просто интересно. А если меч убрать вот этот вот и попробовать в двух руках, будет 166 урона. Сейчас, подождите, птичку какую-нибудь найдем, которая тут летает. А, разницы нет. То есть Крис не дает на этот меч ничего не дает. Разницы нет, короче. Но все-таки мы для контроля сделаем. Вот она вот тут прилетела, меня умудрилась убить, сука. Как она меня заметила, наверное, у меня кончилась мания. Нам надо 6 или 7 штук убить. И тогда как бы прилетит босс. Финальный босс прилетит и будет с нами драться. Так, мажу. Мажу, мужики, мажу. О, попал. Хорошо. Смотрим, где финальный босс, блядь, урод. Летит уже? Уже летит? Летит уже. Вон он, стреляет уже. Сейчас появится, сука. А где он, падла? Что-то я его не вижу. Один раз только долбанули. Один раз долбанули, мужики. Не страшно, бежим сюда. Побиваем этих чуваков, чтобы они не мешались. Опять делаем невидимость, чтобы нам не нарваться. Сейчас он будет лететь вот отсюда, смотрите. То есть мы вот так вот. Видите, все равно он по нам не может попасть, этот придурок. Он будет вот тут. Он стреляет, и вот тут он летит. Ну что ты, блядь, будешь делать? Да что ты крутишься? Так, блядь, сука. Я говорю, тут камера. Ну что это, блядь, за камера? Ни хрена же, видите, крутится, вертится, ничего не видно. Короче, теперь опять сюда. Что делать? Ждем, пока он атакует за стеной. Вот, он пробивает и сейчас будет дальше долбашить нас. Все, он сейчас пролетает, мы его ловим здесь. Вот он. Ну как вот, как можно было промазать? Не будем даже рисковать, мужики. Бесполезно. Никто тут не летает. Маленькие могут убить, вот в чем проблема. А если они есть? Да, с кольцом крысы гораздо быстрее, но... А, ребята, это... Не буду показывать с кольцом крысы, потому что как бы надо его активировать. Или... Ай, ну нахер. Вот почему она это крутит камеру? Я не понимаю. Блядь! Еще какая-то херь там, блядь. Мешает нам нахрен. Какая-то хрень мешает. Не бежит ни хрена. Пихтерью. Все равно это наверняка. Умереть почти невозможно. Ждем здесь теперь. Геморройно, но вы же хотите на SL1 пройти. Прошел. Прошел. Прострельнул. Прострельнул, хватит. Совесть есть у тебя?
Я, честно говоря, не понимаю, почему он это, крылья его выделяет. По крыльям не попасть, ребят. По крыльям не попасть. О, сука, ну что ж ты будешь делать, блядь? Опять невидимость. Успеваем. Быстренько сюда. Ждем. Сейчас точно должны же два раза мы попасть по этой уроду, блядь. Уродливой твари. Все, он выстрелил свои атаки. Все, сдох. Сдох, хотя там чувиха хотела у меня походу выстрелить. Тут стрелы лежат, насколько я помню. Все, убили мы его, воскресились. Видите, ну все ясно, с этим боссом понятно все, да? Так, и теперь нам надо, ребят, не просто так взять его душу, да? И мы сможем теперь между мирами перемещаться. Но нам надо, вот там вот ящерки сидят, вон они. Нам обязательно они нужны, ребят. Ящерки нужны. Поэтому мы применяем невидимость. Берем нашу... О, стоп. Берем нашу нормальное оружие, блин. Две руки. И бежим к ящеркам. И будем их дубасить. Нам надо с вами второго уровня. Второго уровня камни надо нам с вами. Блять, что еще раздражает меня? Ну, понятно, СЛ1 нету выносливости. Это, блядь, пуха, блядь, бьет два раза нам. И все, и ты стоишь как дрот последний, ждешь, блядь, от бога выспитка. Сейчас посмотрим, сколько у нас камней тут. Тут поднимаетесь. Все это собираете здесь, если вам это надо. Так, значит, смотрим, сколько у нас этих камней. Осколок лунного камня. Обломок. Нам еще надо 4 штуки, кажется, да? Или всего 4? Нет, давайте, кажется, 4 штуки надо. Значит, тут как поступить? Смотрите. Так как мы сейчас на этом же месте появимся, нам надо срочно применить сразу. Все мобы будут здесь летать. Поэтому нам надо применить магию невидимости быстренько. Оп. Спрыгнуть вниз, чтобы они на нас не агрились. Взять меч в две руки и бежать опять этих мобов убивать. В принципе. Короче, если вам камень не выпадет, самый главный, то тогда вам придется вот здесь его фармить. С этих двух ящерок он фармится. Ну, да то я не успею, естественно, да? Я не успел. Ну и ладно. Еще два надо будет, ребята, и все нам так появляется. Мы, значит, делаем опять невидимость, потому что эти птички нас могут убить. Тут забегаем наверх. Сразу палочку ставьте заранее. Раз, опять сюда же, да? И как только мы сейчас появимся, сразу применяем опять невидимость. Применяем невидимость. Так, оружие. Две руки. Погнали убивать мобов. Мобяр этих, бля. Бывало такое, что я их двоих убивал, но вполне возможно, что это было не на SL1. Но видите, нифига. Тут еще застреваешь, блядь, в этих камнях, ну, дебильных. Ну все, нам, наверное, хватит. Я думаю, нам хватит, ребят, поэтому не будем заморачиваться. Теперь мы телепортируемся в кузнецу. Ну, в Nexus телепортнемся, да и все. О, видите, все-таки они могут по вам попасть. Там, кстати, ништяк тоже лежит. Ну, не знаю, что там лежит, не хочу брать. Давайте в Nexus. Телепортнемся в Nexus. И к кузнецу. Сейчас плюс 5 пушку сделаем. Кузнец у нас вот здесь. У нас 100 тысяч. Вау, бабок немерено. Сейчас плюс 5 пушку делаем. Магию делаем. Себе. Крутую. Крутую. Идем следующего босса убивать. Ту ящерку нам не надо. В принципе, просто можно тут спрыгнуть. Ничего страшного. Не разобьетесь.
кузнецу. Починить все. И улучшить оружие. И видите, у нас все есть с вами. Даже 5 надо было. Починили. Плюс 5. Это максимально, что мы можем. Мы можем только назад его, если камень специально найдем. У нас максимально пушка прокачана. В принципе, этого достаточно нам, чтобы проходить игру дальше. Все, отсюда мы телепортируемся. Теперь, так как у нас бабок дофига, сейчас пойдем накупляем себе телепортов. В Nexus, короче, телепортируемся. В принципе, все, я тут, то, что косяк произошел в предыдущей серии, начало, я вам все объяснил, все показал. С красным фантомом не сражайтесь, не тупите, как я. Потом убьем, когда нам дадут крутую магию, он обосрется сразу. Так, подходим, посмотрим, что нам с этого камня дает. Ничего не дает. Этот подонок вообще ничего не хочет давать. Вот падла, ну что это за урод, а? Так, пойдем посмотрим, что тот дает. Мы ж убили только что моба. Как-то ты нам ничего не даешь. Вот этот, наверное, дает что-то с этого дает этот. Да, штурмовой демон нам дает вот это. День известный. Ну, какое говно, какое говно. Этот 3 дает. Ну, короче, я понял. Но, понял. Теперь, ребят, мы должны пойти с вами в эту, в тюрьму нам все-таки придется идти. А, давайте, вот я же забыл, надо же все купить. Теперь у этого чувака покупаем. Что мы покупаем? Мы покупаем у него вот этих штучек. Штук 5. Ну, этих у нас, кажется, много. Травки можно купить. В принципе, только травку крутую можно купить у него. Я что-то... А, надо это разгрузиться. Опять я перезагружен. Так. Так. Что нам надо еще тут? Что не надо? Да, штормовой нам больше не надо. В принципе, больше нам ничего не надо. И не особо я перезагружен. Чё он, блин? Так, следующий босс у нас будет... Так как там мы мир не можем затемнить пока, нам надо его засветлить. Вот сейчас убьем босса, 2 босса убьем, и мир тоже засветлится. Поэтому идем умирать, что делать? Идем умирать. Ребятки, идем умирать, выхода нет. Не ходите в миры не умиравшие. Это точно ваша смерть в мирах. Как видели, некоторые мобы нас ваншотят. Легко ваншотят. Так, все. Умерли. В принципе, можно было там накуплять что-то еще, но я не стал покупать. Хотя зря, блядь, надо было купить. Ай, ладно. Не хочу. SL1. Че еще? Че еще? У нас травок хватает. Травок 25 максимально. Этих. Ай, ладно, черт. Эти есть. Этих есть. Хватит, ладно. Все, нам надо, ребят, теперь вот сюда. Значит, сейчас я до босса добегу и, наверное, серию закончим. То я опять проморгаю. Да, 10 минут. Как раз я сейчас вам покажу, где там фантом. Так, давайте это самое. Кольцо наше любимое оденем. Где оно, наше кольцо, это, которое нам надо? Вот оно. Так. Нет, подождите, не сюда же мы. Мы же пойдем сначала убивать вот эту шлюху, блин. Сначала, да, сюда, ребят. Сначала сюда пойдем, ее убьем, потому что нам магию даст хорошую, а вот эта баба даст хорошую магию. Потом уже пойдем того убивать чувака, которого я сказал. Да, тут обязательно надо убить вот эту магичку в тюрьме, которая. Обязательно надо ее убить. Но нам придется бежать. Скип я делать не хочу. Или быстрее сделать скип. Черт возьми, бежать неохота ж, блядь, как бежать. Ну что, скип или бежать? 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 Я магию неправильно взял, поэтому скип. Согласен, магию надо поменять.
магию надо было поменять, чтобы его убить с первой попытки. Ладно, я думаю, что мы сейчас разобьемся. Поэтому скип. Скип, мужики. Скип. Если умрем, это даже лучше. Пойдем магию возьмем, другую оденем. Нам больше невидимость не надо, в принципе. Плохо стал. Сейчас, как всегда, промахнусь, конечно. Ну и хорошо. Мир мы не затемняем. Мир мы не затемняем. Все нормально. Ну и хорошо. Так, вот, как раз-таки магию сейчас поменяем. На огненную нам надо огненную магию поставить. Это я забыл просто. Тут, в принципе, не важно, нам невидимость не надо. Нам огненная магия надо. Чтобы этого босса быстренько вальнуть, надо огненную магию поставить. Сейчас сделаем, мужики. Успеем. Это убираем и ставим простую огненную магию. Достаточно нам будет. Может быть, не, огненная. Надо огненная, точно. Так, в тюрьму можно сюда бежать. Сейчас, может, буду падать 100 раз. А, ребят, пробежать я вам показывал как, поэтому давайте скип сделаем быстренько. Не хочу бежать. Но хотя, если 3 раза еще умру, то точно придется бежать. Точно придется бежать. Помните в начале игры с 2 ударов? То есть приходилось сделать бэкстеп и ударить. Сейчас плюс 5 пушка. Поэтому только от бэкстепа он умирает. Довольно-таки много урона наносится. Так, все. Души забираем, которых нет. И проходим дальше по игре. Просто я неправильно там... Ой, блядь, какая сеть? Подожди. Продолжит автономно, конечно. Сети у меня нет, мужики. Так, заходим сюда. Вот где палочка. Становимся, где палочка. Даже опять я чуть переборщил. И вот так вот идем вперед. Но все равно сейчас попаду. Все, четко. Пробегаем, здесь никого не трогаем. Вот тут, вот видите, дверь? Нет, не тут, подождите, сейчас скажу, где дверь. Вот она, дверь. Вот эта дверь, мы если откроем, там тот ништяк возьмем, который, помните, я там вам говорил, что я не взял. Но я не пойду. Не хочу туда идти. Нахер нам этот ништяк не нужен. Все, короче, мы бежим сюда, тут же у нас уже все отключено, да. Единственное, что мы сейчас сверху будем прыгать, ребят, кольцо кошек, крысы будем активировать по любасу. Сейчас я вам покажу, как активировать. Тут лучше с кольцом крысы убивать эту бабу, чтобы наверняка. Для этого нам надо, ребят, вот сюда бежать. Ой, блин, по новой. Наверх, по новой надо. Даже если мы тут умираем, не так страшно. Кольцо крысы сразу придется, наверное, одеть. Так, подождите-ка. Придется вместо этого одеть. Я надеюсь, что я не умру, когда буду вниз спрыгивать. Я, может, и умру, блядь. Давайте попробуем. Ладно, умру, еще раз придем, что там. Не страшно. Тут эта проститутка, блин, может нас убить. Моментально может убить. Вот. То, сука ты, что ты делаешь? Давай. Вот нам надо кольцо крысы активировать через нее. Смотрите, еще один выстрел. Ну, чувиха, блядь. Не подводи меня. Ну как же так-то, Вот, все. Ни хрена не все. А теперь все. А теперь главное, чтобы она нас не убила, эта сука. Вот.
должна перестать на нас агриться, потому что мы это, крутые чуваки. Все, заходим к боссу, ребят. Значит, смотрите, как делаем. Вот так вот. Вот так вот, да. Идем вот сюда. Бежите вот сюда. Важно. Бежите вот сюда вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Оба-на, плохо. Проблема. 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 Очень большая проблема. Вот и все. Я забыл как. Ну, это и хорошо, что я забыл как, ребят. Сейчас я вам буду в следующей серии показывать как, чтобы наверняка вы убили. Это не наверняка. Мы лишний удар нанесли. Короче, надо взять... я неправильно делал, во-первых. Нам надо было взять... А вот так вот держать оружие. Вот это важно. Я забыл. Я вам покажу в следующей серии. Надо нанести раз, два, три, четыре удара. Почему я четыре удара не нанес? Потому что я вдвое руки взял оружие. А надо одну. Надо нанести раз, два, три, четыре. Потом переключиться, двинуть магию. Переключиться, взять две руки и ее добить. Один раз кидаем магию и ее добиваем. И она не сможет телепортнуться. Будем пробовать или нет? Посмотрим по времени. Не будем пробовать, ребят. Давайте так, в следующей серии будем убивать. Я вам покажу. Потому что, ну, это было некрасиво и как бы трудно. А вообще она не должна телепортнуться. Она должна умереть без телепортации. Ладно, все, покеда.